пойдем ты меня вот там сфотографируешь. Что, вон там? Ой! Давайте я здесь сфотографирую. Давай. Ты, глянь, какая цыпа. Нормально. Лёш, я с тобой хочу. Пацаны, простите, пожалуйста, сфотографируйте нас. Легко. Спасибо. На, сфотографируй, ребят. А теперь как 3 года назад. Ой, ты помнишь. Слышь, я тоже хочу. Лёш, Лёш! Слышь, может, по-хорошему разойдемся, а? Ребята, не надо! А что? Мы просто пофотографируемся. Лёша, ты же их убьёшь! Чё? Лёша, пожалуйста, пойдем, пойдем, пожалуйста, пойдем, Лёша, Лёша, пойдем. Вот, Лёш, как можно было подраться именно в том самом месте, где мы с тобой свадебный танец танцевали? Они сами напросились. Ну, дал бы им по разочков. Да их прямо в воду. Извини, не смог остановиться. Ну и нужно было их проучить. Чтобы больше к другим не лезли. Вечно ты приключения на свою голову найдешь. Зато эти хулиганы теперь надолго урок запомнят. Надеюсь. Кстати, может, что-нибудь получилось-то у нас? Хотя бы одна нормальная есть фотография? А вот нормальная. Да. Красивая. Ребята, ну как вы? Да. Весело. Угу. Олеся, смени ему компресс. Теплый, наверное, уже, а то так с фингалом и поедет. Да ничего, мам. Меня там сразу копотью покроют, фингала видно не будет. Нашел над чем смеяться. Там знаешь, какое пожарище? Неизвестно еще, как вернешься. Мам, ты чего? А чего он так переживает? Понятно, почему она переживает. Лиз, только ты не рыдай, ладно? Пожалуйста. И не реви. Это просто командировка очередная. Хорошо, я не буду плакать. Я буду тебя ждать. Как обычно. Лиз, моя. Что бы я делал без тебя? А я без тебя? Ну, не плачь, не плачь, мой хороший. Папа вернется. Ну, возьмешь? Спасибо. Мама, папа, мама. Папа твой всех нас ест. Нервы наши. Лех, дай скорее, опаздываю. Да, иду. Ну, бывай, боец. Слушайся бабушку. Бабушка у тебя самая лучшая на свете. Береги ее и маму. Ты теперь один мужик дома. Мамочка, мама, все, не волнуйся, я скажу. Папа, пока. Пока. Мама. До скорого. Ну, давай, папа, давай. Так. Помогай. Так. Ага, все замечательно. Прекрасно. Так, ой, фужеры. Все-таки надо было Лешу дождаться. Вот вернулся, отметили бы тогда все вместе. Ого! Наш спасатель в командировке проторчит, одному богу известно. Мишенька, сейчас будем праздновать мамин день рождения. Будем? Так, Олесь, это что такое? Ну почему ты в тапочках? В свой день рождения должна выглядеть на все 100. Поняла? Живо одевайся.
теперь новости из зоны лесных пожаров. По последним данным, потушить его пока не удается. Огонь распространяется слишком быстро. Есть также информация о жертвах. Один человек объявлен пропавшим без вести. Это Алексей Юрьевич Рязанцев, 1980 года рождения. Уважаемые невеста и жених, перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Нет, я не выйду за тебя. Да перестань ты уже! Круглые сутки одно и то же, а? Отдай что сюда, ты посмотри на себя! Ты уже на пугало похож! Да мне пофиг, на кого я похож! Я вам Вань звонила, переживая. Сказала, тебе сейчас лучше успокоительного попить и уйти с головой в работу. Ну, ей, конечно, виднее, что надо брошенному мужику. У нее опыт большой. Да перестань ты уже на мать крыситься! Столько лет прошло! Лучше поговорил бы с ней, она тебе добра желает. Чего поговорил? Еще чего! Она от отца ушла, нас с сестрой бросила, а я должен с ней разговаривать, да? Серег, да все бабы одинаковые. День, ну прекрати. А Юлька моя? А Юлька твоя знает? Юлька твоя знает что? Она Таньке сама билет в Прагу купила, чтобы та свалила поскорее. И ничего не объясняла. Вот какая твоя Юлька. Ну извини. Я думаю, Таня вернется и сама все объяснит. Мне ничего объяснять не надо. Она из ЗАГСа убежала. Перед всеми меня опозорила. Все, я видеть ее не хочу. День, ну вот по личному опыту. Женщина не всегда вменяемо может объяснить, почему и от чего. Понимаешь? Они же живут эмоциями. Да пусть живут, чем хотят. Просто подальше от меня. Все, на пушечный выстрел никого не подпущу. День, ну погоди, День! День! Ой. Ты чего? Денис здесь. Танюх, ну глупо бегать от проблем. Поговорить с ним все равно придется. Пойдем. Только не сейчас. Юлечка, я тебя здесь подожду, ладно? Хорошо. Всем приветик. Привет. Сереж. Вдохни. Да. Фу. Мне кредитка нужна. Зачем? Что за вопросы? Шопинг необходим. Срочно, давай. Погоди, так ты уже вчера. Мне нужно Тане составить компанию. Она здесь, что ли? Денис, ну не надо сейчас, я прошу тебя. Погоди, погоди, дай ты людям поговори. Ну чё? Как в Прагу съездила? Повеселилась? Ты ничего не хочешь мне объяснить? А ты не ори на меня. А я не ору на тебя. Просто признайся, что у тебя есть другой мужик, и все. Если бы и так, что тогда? А, вот теперь мне все понятно. Ты мне изменила, да? Я не хочу говорить в таком тоне, понял? Изменщица! Дрянь! Дешевка! Ты хам! Не видеть, не слышать тебя больше не хочу, понял меня? Да уж куда понятнее! Куда понятнее! Дешевка! Ты с ума сошел, что ли? Сережа! Спокойно, я слышу. Она призналась, у нее другой мужик есть, понял? Я понял. Давай, езжай отсюда! Все. Тихо, Деня, ты что? Брось! Все, успокойся. Пойдем пивка тяпнем, подумаем, все. Бросила, как тряпку ненужную. Все бабы стервы. Спокойно, Склифосовский. С чего ты вообще взял, что у нее есть другой мужик? Да она сама только что призналась. Подожди, успокойся. Она тебе сейчас ни в чем не призналась. Ты на нее сейчас наорал. Она тебе что-то в ответ вякнула. В таком состоянии чего только не скажешь, чтобы побольнее задеть. Ну офигеть ты, философ. Я не философ, а практик. 5 лет семейной жизни, это тебе не баран чихнул. И вообще, Таня очень порядочный человек. Я не верю, чтобы она ни с того, ни с сего. Жаль, Юлька у меня болтливостью не страдает.
Так бы я сегодня узнал бы. А что узнавать, Серег? Вот что узнавать? Все бабы гулящие и точка. Хочешь на мою машину поспорим, а? Поспорим, что нет в наше время нормальных верных женщин. Не говори ерунды. Он Юлька моя, верная? И вообще знаешь что? Вот правда, давай пари. Я тебе докажу, что верные женщины есть, а ты мне свои колеса подаришь. Интересно. А если я выиграю? Полгода буду пахать без зарплаты. А давай. Забились. Знаю я одну верную женщину. Такая верная, что такие только в сказках бывают. Завтра познакомлю. Светик, привет. Слушай, у меня инструктор задерживается. Я, видимо, на работу опоздаю. Прикроешь? Замужем, нет? Вдова. Дел на неделю максимум. Не говори гоп, Денис Петрович. Олеся своего мужа уже 7 лет ждет, который пропал без вести. Военный? МЧС. Хирургом был. Ну, хорошо. Беру месяц. Идет? Дерзай. Здравствуйте. Я ваш новый инструктор. Меня зовут Денис, а вы Олеся. Я знаю, мне очень приятно. Здравствуйте. Вообще-то я на работу опаздываю. Мне от начальника влетит, а вы задерживаетесь. Так это не проблема. Давайте сядем в мою машину, я вас отвезу, потом заберу и позанимаемся без спешки. Нет уж. Вечером у меня другие дела, давайте сейчас. Ну, простите, я не знал, что вы так опаздываете. Хватит уже извиняться. Времени совсем не осталось. Прошу вас. Позвольте я. Денис, вы так смотрите на меня? Я что-то не так делаю? Да нет, все очень хорошо. Вы когда-то водили уже? Да, меня муж учил. Несколько лет назад. Вот здесь права нет. А что же, права не получили? Как-то необходимости раньше не было. Раньше я рядом с домом работала. А теперь устроилась в хорошую аптеку, там зарплата больше. Но приходится через весь город на перекладных ездить. Вот и решила на своей машине. Так, сейчас будет светофор, вот. Угу. Тормозим левее. Ага. Спокойно можно ехать. Угу. А муж? Почему вас не возят на работу? Леша, он в командировке. Ясно. Олесь, я перед вами виноват. Давайте прямо на этой машине поедем к вам на работу. Я за рулем, так быстрее. Паркуйте прямо здесь. А так можно? Можно, конечно. Заезжаем. Вы знаете, спасибо вам большое. Да, не за что. Не за что. Действительно очень опаздываю. Спасибо вам. Олеся, это просто дружеский ужин. Нет, я не могу. Я замужем. Я знаю. Я ни на что не претендую. Просто мне очень тяжелая ситуация. Меня невеста бросила, из ЗАГСа сбежала. Я один совсем-совсем не могу. Волком вою по вечерам. Денис, я вам очень сочувствую, правда. Это больно. Но я все равно не могу. Это будет нечестно по отношению к Лёше. Спасибо, что подвезли. И до встречи. Ну, что за парень тебя подвез? Держи. Инструктор из автошколы. А свидание назначил? В ресторан звал. Так. Но я же не могу. То есть такой мужчина ради тебя на другой конец города попёрся, а ты? Свет, работать пора. Товар привезли? Да. Мне, между прочим, Кириллу сказала, что это ты товар принимаешь, чтобы он тебя к себе не требовал. Вон,
Значит, оптику все разобрала, а это у нас препараты. Спасибо тебе большое. Иди пообедай, купи себе шоколадку, денежку я тебе потом отдам, а товар я сама разберу. Я мигом. О, супер. Простите, пожалуйста. Рязанцева, ты в курсе, что начальство нужно любить, а не драться с ним, а? Простите, пожалуйста. Я прощаю. А знаешь почему? Потому что если любишь начальника, у тебя все хорошо. А если нет, то так можно доиграться. Да увольнение. Сумку забыла, болгар. Там кошелек. Куда тать? Вы здесь. Я здесь работаю. А ты объяснительную. Почему не на рабочем месте? Поняла? Работайте. А что он тут делает? Обещал уволить, если я с ним спать не буду. Черт. Только же устроилась. Что будет, если реально уволят? У меня свекровь на инвалидности после операции. У нее пенсия мизерная. Мы втроем на нее не протянем. Я... Подожди. Не паникуй. Жениха. Значит, заведи жениха, и Кирилл не будет к тебе приставать. Побоится? Я не могу завести жениха. Я замужем. Ну, Олесь, ты вдова. Ну, 7 лет, вдова! Ну, пора уже на других мужчин начать смотреть. Алешу никто мертвым не видел. Я уверена, он жив. Ты бы лучше подумала, как в выходные будешь на корпоративе отбиваться. Я вот туда с мужем поеду и не смогу тебя круглосуточно охранять. Я не знаю. Ну вот, я тебе и говорю, заведи жениха. Ну, как будто для отвода глаз. Я не могу. Это будет нечестно по отношению к Лёше. Да. Ну, тогда сама выкручивайся. Свет. Ну что, врач сказал? Врач сказал, операция прошла удачно. Анализы не очень. А период реабилитации продлится очень долго. Людмила Павловна, вы не расстраивайтесь. Попьете витамины, я вам самые лучшие заказала. И препарат тот швейцарский тоже на одном складе нашла. Душа моя. Так что скоро вы у нас будете порхать. От старости лекарства еще не изобрели. Сынуль, а мы обедать собрались, тебя ждем. Миш, как в школе дела? Зашибись. Мишенька, что это за выражение? Миш, а почему у тебя рюкзак порван? Да хулиганы опять приставали. Ну давай. Давай, папик, давай, Костя. Молодец. Давай еще раз. Вот. А теперь левой ногой. Вот вырастешь, сыночек, и будем с тобой вместе в футбол играть. Давай еще раз. Вот. Молодец. Давай еще раз. Вот. Миш. А теперь левой ногой. Тебя опять кто-то обижал? Леш, Миш! Мам, знаешь, чего я хотел бы?
Мне бы хотелось, чтобы у меня был папа. Настоящий, который рядом и всегда-всегда тебя защищает. Мамочка, я не то хотела сказать. Да, сынок, я понимаю. А знаешь, что было главное в твоем папе? Сила воли. Когда он был маленьким, он был худенький и щуплый. И его тоже задирали хулиганы. А потом он вырос и пошел в кружок борьбы. И научился давать сдачу. А я тоже хочу записаться в секцию. Такой же, как папа. Конечно, конечно. Если бы твой папа был бы рядом, он гордился бы тобой. Ну что там случилось? Ох, да это может быть все что угодно. Техника все-таки. О, похоже, все серьезно. Надо вызывать автомеханика. Олеся, я предлагаю пойти в кафе пообедать, я угощаю. Нет, в кафе мы с вами не пойдем, потому что я на работу опаздываю. Здорово, Серег. Слушай, ну закипели мы. Да, помощь нужна. Все, готово. Ты уверена? Да. Олеся, вы меня удивляете. Меня муж научил. Леша говорил, что если бы не стал бы хирургом, обязательно стал бы автомехаником и чинил бы машины, а не людей. Вы чего стоите? Поехали, времени в обрез. Здорово, Серег. Здорово. Ну что, есть контакт? Да. Леша у нее то, Леша все, только про него и говорит. Ты знаешь, я ему даже завидую. Чему? Погиб на пожаре, 30 еще не было. Не, не так сказал. Не ему завидую, а тому, как она его любит. Танька-то про меня никогда так не говорила. Ну что? Считаем, что пари ты проиграл? Не дождешься. У меня еще 3 недели в запасе. Сейчас обратимся к специалисту по женской психологии. Давай. Привет, сестренка. Помощь твоя нужна? Физкульт, привет. Ой, привет, рада тебя видеть. Здравствуй, дорогая. Ба, Шурин. Собственной персоной, привет. Ну что, как ваше ничего? Да, в общем-то, ничего, как у вас. Что, наследника ждете? А ты вот сестру свою уговори обследование пройти. А тот уже, который год живем, и все никак. Ну и для кого я, собственно, вот эти вот хоромы-то городил, а? Пожалуйста, я чуть прошу тебя, Егор, ну не начинай. Ну, правда, я обследовалась у врача. Он сказал, что все в порядке. Но просто есть пары, у которых очень долго не получается. Сейчас время такое. Ну, экология плохая, стресс. Стрессы? Ну и что теперь? Ой. Черт, время. Все, побежал на работу. Давай. Буду поздно. Давай. Заказчики. Ты кофе будешь? А, не, я. Так. Вам бы, конечно, детей. Детей, говорю, завести бы. Скучно в такой квартире без детей. Ты сказал, что тебе надо о чем-то поговорить? Проблемка у меня. Влюбился. Влюбился? Ну да. Быстро ты, однако, забыл свою Танечку-то, а? Ну, как говорится, клин клином. Рассказывай. В общем, ситуация такая. Она вдова. Угу. Есть сын, 9 лет. Но мужа своего любит. Никого не подпускает. Что делать, не знаю. Ну, слушай. Если есть ребенок, то надо тебе найти подход к ребенку. А там, смотришь, уже и мама растает. Маринка, ты гений. Так и сделай. Спасибо тебе большое. Все, пока. А, кстати, может, вам в аптеке что-то надо? Она в аптеке работает, я бы зашел при случае. Ну, сейчас, подожди, подумай. Ну, давай, да, составлю список тебе. Угу.
посмотрю. Что-нибудь там такое интересное. Угу. Угу. Вот. Мне кажется, сама судьба специально нас с вами сводит. Не судьба, а расстройство желудка, судя по вашему списку. Ой, башка раскалывается, да, чуть сильнее, не эту дрянь. Это что за фрукт? А? Жених. Чей? Олеся. А, кстати, тренер по восточным единоборствам. А что вам дать, Кирилл Витальевич? Ничего, прошло все. Я вот всегда мечтал, чтобы у меня жена была фармацевтом. Представляете, нагрянет старость. А супруга тебе и таблеточку нужную даст, и укольчик, когда надо поставить. Все как настоящий доктор. А у девушки вашей какая профессия? А нет у меня девушки. Бросила на меня, я же говорил. Вас бросили, а вы до сих пор противозачаточные таблетки покупаете. Это какие? Вот. Маринка, сестра моя, список писала. Муж детей хочет, а она таблетки, оказывается, пьет. Вы извините, я пока брать ничего не буду. А я Витальевичу сказала, что это твой жених. Тренер по единоборствам. Ты видела, как он из зала вылетел? Ой, даже голова больная в момент прошла. Так что на корпоративе можешь быть спокойно. Свет, спасибо. Хотя врать, конечно, нехорошо. Ничего. Как говорила моя бабушка, без прикрас не рассказ. Мужу лапшу на уши вешаешь, сама таблетки пьешь? Он детей хочет, а тебе только деньги его нужны, да? Про стрессы втираешь. Да я там чуть со стыда не сгорел в этой аптеке с твоими противозачаточными. Прости, пожалуйста, я просто не подумала. Она не подумала. Да ты же идеалом моим была. Я всех девушек с тобой сравнивал. Да все вы... Пожалуйста. Одним миром мазаны. Стервы. Мешок отдай! Мешок отдай! Деньги где? Какие еще деньги? Тебе же сказано было, сладкую или хуже будет. Да отдай! Я тебя предупреждал, хуже будет. Ну, возьми его. Давай, давай. Вы что, совсем, что ли, а? Трое на одного. А ну-ка, дуйте отсюда, чтобы я больше вас здесь не видел. Держи. И заведи себе друзей постарше, чтобы вот такие фофаны не приставали. Я скоро сам научусь драться. Всем им дам. Это правильно. Я Денис. Очень приятно, Михаил. Миш, ты почему не дома? Это что такое? А судьба нас с вами действительно сводит. Ма, а Денис меня от хулиганов защитил. А ты спасибо сказал? Сказал, сказал. Давайте пакет. Денис, не стоит. Я помогу. Какой у вас подъезд? Вот этот! Вот молодцы, вовремя. У меня борщ как раз готов. Здравствуйте. Здравствуйте. Бабуля! Миша, что это такое, а? А Денис меня от хулиганов спас. Он знаешь, как суперски дерется? Ой, господи. Ой, ой. Людмила Павловна. Денис, очень приятно. Ну что, спаситель, может, пообедаете с нами? Да, с удовольствием. Ну и замечательно. Мишенька, пойдем, пойдем ранку обработаем. А это куда? В гостиную. Ага. Какая у вас гостеприимная мама? Это свекровь.
Свекровь? А это папа в институте. А знаете, я хочу записаться в секцию боевых искусств, чтобы драться, как папа. Мишенька, пойди мамочке, помоги там на кухне. Хорошо. Хлеб порезать. Денис, а вы с Олесенькой давно знакомы? Да не очень. Я инструктор в ее автошколе. Понятно. Не случайно все-таки знакомы. А извините меня за интимный вопрос. Вы женаты? Нет. С этим как-то пока не сложилось. Понятно. А вам Олеся нравится? Очень. Ну, тогда не теряйтесь. Ой. Что случилось? Экран давно подтекал, а тут Мишка надавил и... Ой, господи! Ладно, завтра сантехника вызову. Ой, не надо сантехника, завтра я сам все поменяю. Фу. А еще у вас в прихожей я заметил, ручка отвалилась. Нам тоже починить. Денис... Все в порядке. Миша, да ты не переживай. У меня, кстати, папа – тренер восточных единоборств. Хочешь к нему в секцию? Еще как. Отлично. Денис, я вас уже люблю, честное слово. У нас еще в комнате у Миши розетка искрит. Людмила Павловна, все поправим. Йо-йо-йо. Олесенька. Олесь, ну так нельзя, правда. Ты же хоронишь себя заживо. Я сына воспитывала одна, я знаю, как это тяжело. Людмила Павловна. Я замужем и люблю своего мужа. Девочка моя. Лёше уже нет 7 лет. Неужели ты думаешь, что я тоскую по Лёше меньше, чем ты? Просто я хочу, чтобы ты была счастлива. Чтобы у тебя появился мужчина. Чтобы у Мишеньки был достойный отец. Людмила Павловна. Но мы ведь очень счастливы втроем. Алёша обязательно вернется. Надо только верить. Спасибо тебе за твою веру. Но так жить нельзя. Ты что им там? Капитальный ремонт собрался сделать? Серега, 2 женщины с маленьким ребенком 7 лет живут без мужика. Уж если помогать, так помогать. Благодетель. Тебя не узнать. Слушай, я тут случайно послушал Юлькин разговор. Похоже, у Таньки-то никого нет. Так что прав я был. Выдумала она все, чтобы тебя позлить. А это уже не важно. Так, у нас индикатор для электросети есть? Давай. Спасибо. Так ты чё, ты с Танькой-то поговорить не хочешь? Не вижу смысла. Все. Кстати, куртку дай мне. Чё, зачем? А я тоже возьму. Пусть все будет красиво. Что ж ты так? Опа. Все, к старту готов. Космонавт, блин. Доброе утро. Здравствуйте. Муж на час прибыл. Денис, не стоило. Доброе утро, Денис. А у нас сегодня к обеду пирог с капустой. Я просто обожаю пироги. А в секцию когда пойдем? А в секцию пойдем, когда все починим. Поможешь мне? Помогу. Тогда начнем с крана на кухне. Аккуратно, он тяжелый. Хорошо.
Все работает. Ну что, в прихожую пойдем? Пойдем. Денис, это короткий болт. Нужен подлиннее. Так, посмотри, как там болт подлиннее. Есть, вот, есть. Вот. Ага. Давай. Ага, так. Вот, то, что надо. И отвертка нужна. Крестовая. Желтая. Вот, ну, сейчас. Так, и сразу еще два таких же болтика тащи. Чего оно не идет-то, не понимаю. Ой! Ой! Вот, переоденьтесь. Ну-ка, 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 ну-ка. Мишенька, идем со мной, я тебя переодену. Давай, 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 малыш. Спасибо за футболку. Вам спасибо, Денис. За помощь. За Мишу. За все. Думаю, Леша тоже был бы вам очень благодарен. Это футболка вашего покойного мужа, да? Лешу никто мертвым не видел. Простите. Я чувствую. Я уверена, что он обязательно вернется. Как же вы все-таки его любите? Олесь, скажите, а я могу рассчитывать на то, чтобы стать хотя бы вашим другом? Мне нравится вам помогать, да и вот Миша я обещал записать в секцию к отцу. Денис, я не хотела бы вам давать ложных надежд. А какие надежды? Это здесь совершенно ни при чем. Дружба — это просто дружба. Миш, мы же с тобой друзья, да? Конечно. Ну вот. Устами младенца, как говорится. Ну что, прошу всех к столу. Я догоню. Молодец. Пойдем. Где там твои? Я даже не ожидал. Ну, отличный парень. Просто хорошие задатки. Сделаем из него замечательного бойца. А где нам записаться? Второй этаж, пятый кабинет у администратора. Ну, пойдем? Пойдем. Что, уже так серьезно? С чего ты взял? Физиономия счастливая, и с девушки глаз не сводишь. Это отлично, что ты не стал тосковать. И правильно. Из-за всякой бабской прихоти расстраиваться. Хватит. Олеся просто друг. Ничего серьезного. Ну, когда ничего серьезного, семью не знакомят. Так держать, боец! Спасибо тебе. Бабуля, а меня в секцию записали. Ух ты, здорово, здорово. Мишенька, ну а почему ты дядю Денису не пригласил в чай? А он маму на работу повез. А скажи мне, ты хотел бы иметь такого папу, как дядя Денис? Конечно. Дядя Денис такой замечательный. Он же велел модель ракеты в интернете найти, чтобы мы ее нарисовали потом. До сих пор верить, что ты жив. Но ты же понимаешь, так нельзя. Прости. Витя,
Да, это я. Ты дома? В командировке. Когда вернешься, привези нам жетон. Я думаю, что Олесе пора все знать. Денис, спасибо вам огромное, что подвезли. Так, Олеся, давай, давай на ты. Ну, хорошо. Олеся? Вы опаздываете. А, простите, мы в пробку попали. Очень старались, но я Денис. Кирилл, послушайте, ваша очень бурная личная жизнь не должна сказываться на работе. В противном случае, ну, вы понимаете меня. Чего он так взъелся-то? Вы же на 3 минуты опоздали. Ревнует. Он ко мне приставал. Да ладно. Обещал уволить, если... В общем, моя напарница сказала, что вы... Ты. Мой жених. Так. Чтобы он больше не лез. А то в эти выходные корпоратив в доме отдыха и... Сейчас я ему быстро мозги прочищу, чтобы знал, как пользоваться служебным положением. Нет, не надо, Денис. Еще как надо. Ты, главное, не переживай, он тебя не уволит. А мы поступим следующим образом. Я в 7 заеду, поужинаем и обсудим, как с ним бороться. Но я... Возражения не принимаются. Проходи. Я поухаживаю. Присаживайся. А можно меню, пожалуйста? Ты позволишь, я сам все закажу? Здравствуйте. Лучшее, что здесь есть, просто это мой любимый ресторан, и все меню я уже изучил опытным путем. Значит, нам вот это, пожалуйста. Угу. Вот это. Угу. Вот это. Угу. И бутылочку спирали. Спасибо. Спасибо. Да, давно я в таких местах не была. Ну, это не проблема. Сейчас вино подадут, и мы отметим твой первый, и я замечу не последний выход в свет. Да и вообще, как друг, я теперь просто обязан постоянно вытаскивать тебя из твоего кокона и защищать. Ну хорошо, вернемся к нашим баранам. Я решил ехать с вами на корпоратив, чтобы этот Кирилл руки не распускал. Денис, ни в коем случае. Понимаешь, ночевать придется вместе. А там номер с одной кроватью. Ты что, думаешь, я каком, что ли? Нет, нет. Я так не думаю. Правда, я так не думаю. Но могут пойти сплетни. Миша узнает. И я не хочу, чтобы он думал, что я променяла его папу. Пусть даже на такого хорошего человека, как ты. Не сердись. Давай выпьем лучше. Я хочу выпить за наших близких. Без их счастья нет нашего. Ну, расскажи мне про свою невесту. Хорошо, давай повторю еще раз. У меня больше нет никакой невесты. Ты все еще на нее обижен, да? Денис, может быть, у нее была причина поступить так резко? Знаешь, а ты очень счастливый человек. Да. Твоя женщина рядом. Ты можешь с ней поговорить. Прикоснуться. Поговорить. Помириться, если поссорились.
выйду за тебя. Нет, я не выйду за тебя.